Всем привет! С вами Бестия, платформа РБК Games. Игра Richards Angels. Мы с вами попробуем поиграть сегодня в Обитель Льда. Что такое Обитель Льда? Это такое мероприятие, которое проходит два раза в день. Во время ивента, просто за нахождение в локации ивента, игроки за каждые 5 секунд получают опыт с растущим уровнем. То есть это мероприятие для получения опыта. Рядом с костром доступно жарко в авторежиме. Если заниматься жарко 5 минут, можно получить дополнительную награду. Дополнительная награда, вот вы видите, можете мышкой на нее навести, все видно. Ну, давайте войдем. Проходит это мероприятие у нас 2 раза в день. Вот, в 12 дня и в 8 часов вечера по московскому времени. Вот смотрите, при нахождении локации я получаю жареную коробку. С правой стороны мы видим, при нахождении в локации вы можете, ну, должны как бы найти игрока, которого вы хотите. Конечно, это лучше, чтобы был ваш сагильдеец. И вот закидать его снежком. При закидывании снежком этот человек попадет в определенный рейтинг. И потом по окончании рейтинга он еще получит дополнительную награду. Сейчас я докидаю все снежочки. Тут вы можете просто посмотреть, чтобы вам скучно не было. Можно. Вот такой вот есть отдых. Есть вот такого танца. Они еще тут танцуют. Можно. Персонаж ваш танцует. Это что это у нас? Поклон. Кланяется, приветствует. Вот с правой стороны видно, кому сколько снежков. Конечно, лучше кидать кому больше. Вот сразу видим мы получение опыта. Вот здесь у нас есть описание. Вот во время ивента, про нахождение в локации ивента каждые 5 секунд. Это мы с вами все знаем. В конце ивента игрок, который попало больше всего снежков, получит дополнительную награду. То есть то, о чем я вам сказала. Жарко. Вот у нас жарко. Мы подходим, нажимаем на клавишу жарко, и я иду к костру. Можно просто присесть и сидеть, проводить достаточно спокойно, можете заниматься своими делами, а ваш персонаж просто сидит на костре и получает уйма опыта, плюшечки всякие вкусненькие. Вот, люди сюда заходят много, люди, это мероприятие серверное, не межсерверное, серверное, поэтому еще за рейтинг, за снежки еще, может быть, здесь надо будет побороться. Вот, есть еще у нас вот такой вот чатик, текст с комментариями, цвет, всякая ерунда, можно поскрывать. Ну, я, честно говоря, я не знаю, для чего вот этот чатик с комментариями, он вообще просто, ну, не нужен. Они вылетают, комментарии летят абсолютно рандомные, кто-то пускает, кто-то не пускает. Опыт вы сами видите, вот идет замечательно. Плюс, кстати, можно использовать книжечку опыта и получать еще больше опыта здесь, на этом мероприятии. Но как-то так. С вами была Бестия, платформа РБК Games, игра Richards Angels. Я вам рассказала про такое мероприятие, как Обитель Льда, где можно получить много-много опыта. Подписывайтесь на наши каналы YouTube, заходите в наши группы Telegram и ВК, участвуйте в конкурсах на монеты, на донат наших игр, получайте промокоды. Всем пока, до новых встреч, цинки-цинки.